Я снимаю. Я все снимаю. Выпускников университета МВД так называемой Донецкой Народной Республики забирают на фронт. Об этом сообщили телеграм-каналы. Родители выпускников в знак протеста провели пикет перед зданием Академии. Депутат так называемой республики Елена Шишкина в ответ на недовольство родителей подчеркнула, что мобилизацию выпускников Академии считает обоснованной. Она также напомнила, что даже выпускники консерватории воюют в Мариуполе. Отметим, что по законам так называемой республики выпускники вузов освобождены от призыва. Однако в последние дни есть информация о мобилизации даже студентов. И в чем вопрос? Почему? О юридической стороне говорить. Да. Почему это было не юридически не обосновано и не... Значит, смотрите, Смотрите, мне об этом неизвестно. Поэтому мы и договорились, что вы придете в среду. До среды я сделаю запрос в академию, я поеду еще раз в МВД, я узнаю в корпусе, куда их распределили. И в среду я вам смогу сказать юридическое основание нахождения их там. Правильно я вас услышала? До среды мы и сами уже узнаем, потому что нам отзвонятся, уже все сделается. И приказ будет...